Так, ну что ж, попробуем посмотреть, что это такое и с чем это едят, и едят ли это с чем-то. Насколько это работает, насколько хорошо это работает, насколько это интересно, ну и в целом, что с этим можно делать. Так, окей. Ева. Привет, Ева. А я твой Валли. Заценим. Если оно пойдет, конечно. Ну чё, пустите меня в игру или как? Connection successful. Ну отлично. Это мы, по-моему, уже видели. Типа, как он появляется на свет. Ну да, я пробовал в прошлый раз, но... Ладно. Минматар. Давай посмотрим. Где-то здесь были. Сейчас. Блин, я же где-то здесь видел чувака в очочках. Ну какой-то был чувак. Вот такого плана. Сейчас. Во, отлично. Более-менее похож. Так, момент. Сейчас посмотрим, насколько это все дело за... О! В отличие от предыдущего раза, здесь все зашипись. В принципе, видюшку можно убирать, она не особо нужна, но имеется в виду это как у нас вебку. Ну, пускай будет. Не мешает. Сейчас вообще удобно стало, и то, что сделал, я не знаю, это в 10-м андроиде, все зашибись. Тут тебе и время показывает. Отлично. Ну, здорово, Кэт, добро пожаловать в новый Эден. В новый Эдем. Ну и чё? Ну, добро пожаловать. Кто-то там защищает права, твои права и очень следит за твоим будущим развитием. Хорошего тебе путешествия в Новом Эдене. Пока. Угу. Чё-то ты хочешь... Получить обучающий курс. Ну давай. Давай, короче, чувак, посмотри вокруг себя. Угу. Ну отлично. Так. Угу. О, прикольно. Ладно. Ну, вообще нормально, то есть мне нравится. Вместо того, чтобы, блин, пользоваться гугловой темой, теперь можно пользоваться не гуг... Ну, я не знаю, она гугловая, по идее, если она в Android встроена, то она, естественно, гугловая.
Единственное, конечно, то, что тут может быть ограничение по времени, но хер знает. Посмотрим. Pitch your triggers. Да. Твое первое... Ну, то есть обучение прошло к концу. Ладно. В новом Эдене это что-то типа можно быть в безопасности только когда ты находишься в доках. А. Так, ну ладно. Что, дальше нельзя? Ох, прикольно, то есть это вот здесь заканчивается. Ладно, давай попробуем посмотреть, что тут есть. Выбрали эту вкладку станции. Ну давай. Типа сюда, потом... А, вот сюда. А, ну вот, да. Показывает, типа сюда нажми. Space Station. Докат и Сенделдик 8. А, ну вот она, по-моему. Мун 19, да. Ну, короче, мы припечатались в нужное место. Так, окей. Мы, короче, в доках. Ну, это у нас какое-то оповещение получено от Конкорда пилот. Пожалуйста, включите автопилот и отправляйтесь на тренировочную базу. Ну давай. Отшвартуемся и пойдем. Ну в Second Galaxy там в принципе ты находишься на этой... Ну то есть нельзя остаться в космосе. Ты там так или иначе должен остаться. Хотя не помню. Да, по-моему там нельзя остаться в космосе. Прикольно сейчас стало то, что время в принципе здесь есть, но на видео его нет. И плюс тут еще есть, черт, этот какой-то карандашик, можно рисовать. Ну, тоже забавно. Ладно, посмотрим, что куда, где. Хорошо, что тут камеру можно скрыть. Ну и что, где есть-то, блин? А, ну вот, тут куда-то я прям... А, это ворота, короче. Это джампгейт, типа прыжковые врата. Немножко подтормаживает, но это, видимо, из-за того, что графика хорошая, типа, или хер знает из-за чего. Ладно. Зашибись. Хорошая тема. Так, ладно. Пока что, в принципе, не особо меня это впечатляет. Second Galaxy куда лучше. Ну ладно, посмотрим, что тут есть. Откройте overview, типа, посмотрим, ага. Чё, тренинг бейс? Или мне не туда нужно? Чё там нужно сделать? Что-то... Please find the enemy target from overview nearby. А, ну вот его надо, короче, по-моему. Угу.
Вот тут мы сделали, короче. Кого-то, кажется, даже убили. Ну, выглядит это не очень хорошо, в отличие от его от Seconds Galaxy. Тут ничего не видно, никаких тебе пострелушек, ничего нет. Просто какой-то, блин, точечка, куда-то она летит. И все на этом. И как-то... Не айс. Ну, в общем, я даже не знаю, как это... Что об этом сказать? Может, конечно, что-то я неправильно делаю. Может, надо было как-то иначе. Но космос, который здесь, в Еве, мне вообще не нравится. В отличие от космоса, который есть в этом... В Second Galaxy, там как-то он более насыщен. Там более красиво, что ли. Ну, посмотрим. Ладно. Главное, чтобы все работало. Вон там написано Еве, по-моему. Так, вон там китайозы уже вовсю пишут. Китайские товарищи. И чё? Куда мы прилетели-то, блин? Чё мы делаем вообще? Что происходит, друзья? Я не пойму. Точечка этот, как у нас, нарисовали мне линию. Все, автопилот off. Угу. Сейчас, один момент. Так. И что там выбрать? А, маркет. Ну да. Ну чё, попробуем тут посмотреть что-то. Ладно. Шип. Слэшер. Так, куда он там пытается мне, чтобы я зашел? Сейчас, куда он там? Шип. Фригейт. Инквизитор Пунишер. Да, что-то я, правда, не вижу Инквизитор. Торментор, Пунишер, Кондор. Слэшер. Вот этот, что ли? А, ну вот он пишет, типа, видимо... Окей. Захерачили. В принципе, камеру можно, например, будет убирать, когда ты играешь во что-нибудь такое, типа, улетел в космос, такой выключил камеру. И что дальше-то? Ладно, я понял. Надо опять вернуться сюда. Нажать на него. И чё? Скилл, блин, ё-моё. Типа, что-то там в соответствии с тренировочным курсом Конкорда мы рекомендуем, чтобы пилоты тренировали свои что-то там. Ага. Так, и чё?
Ладно, Frigate Control. Короче, я, похоже, что-то там начал тренировать. Угу. С достаточным количеством каких-то там очков. А, вон, level up можно сделать, типа вот это вот. Ладно. Корабли второго уровня, пропулшн какой-то и починка. Чего там? Нажми сюда, говорит, зайди в инвентарь. Ну вот, слэшер. Чё там? И сделать его активным. Ну все. Ну, по принципу Second Galaxy здесь, да, есть корабли, есть разные корабли. Ну давай, полетели. Посмотрим, что тут вообще, с чем едят, как оно. Угу. Warp drive active. Да. А, вот он мой корабль, надо же. Ну, в принципе, да, похоже на то, что в этом. Ух ты. Блин, не знаю, что та игра, что это, они страдают тем, что... Блин, куда меня понесло? Тем, что тут происходит, то, что происходит на карте, и куда ты летишь, и вообще, ну, это сложно для понимания, то есть... Автопилот и полетел. А, ну, скорее всего, тут вот эти станции можно будет захватывать. Ой. Чё, куда летим-то вообще, извините, я не понимаю. Не очень до меня доходит. Warp drive active. Куда там мы летим?